Меня зовут Сафронова Валерия, мне 18 лет. Работаю менеджером в компании ООО «Зимний лес». В будущем мечтаю открыть свою базу отдыха для того, чтобы семьи вместе со своими детьми могли приезжать отдыхать от суетных городов и наслаждаться природой. А также я работаю моделью в New Fashion Look. И в свободное время люблю заниматься спортом, а также проводить время с семьей. А на конкурс красоты Miss Trash 2020 я пришла для того, чтобы больше набраться опыта, так как я планирую связать свою жизнь с модельным агентством.